День второй. Какое число сегодня? Первое? Первое. А время сколько? 16:56. Представляете? Я уже провел прямой эфир, пожрал, но еще не бухал. Сейчас будем бухать. Я уже в гостях. Потом деревянную дискотеку. Смотрите, что тут Настя наготовила. Поварить на машине поедет? Она мне тоже не холодная, шампусик. Мы эти берет взяли. Это Сережа. Это вот это мне? Включилось? Да. Настя, оператор, мы свою новую специальность. Ты давай не в потолок только. Ну ладно, тут до люстры не долетит. Ага, здесь до люстры отлетит. Потолки высокие, да классно. 3.20. Ну что она не открывается? Не судьба тебе сегодня выжрать. Оп! С Новым годом! Тра-та-та-та-та! Ну все, опять на красненько. Сборы в деревенскую дискотеку. Дочь красит мать. Да не надо... Влажный макияж заказывали. Короче, она решила дочка всю мать загримировать. Это ушей, блядь, до ног. Че, давайте, Макарина. Заханем тебя, блядь. Я сказал тебе. Меня? Ну, слушай, это мы не в тот клуб едем, подожди. Меня? Да так заебись. Настя в шортах едет. Сейчас лучше. Чуть-чуть. Это была помада. Дай понюхать-то помаду. Вкусно? Водичка теперь, да? Ну все, мы на месте. Смотрите, деревня. Деревня Тарпышева, ребят. Это клуб. Сирийский дом культуры Тарпышева. Я тут первый раз. Смотри, вторник, четверг, пятницу. Ну, четверг, пятница, суббота, окей, а вторник, четверг. Что здесь за гулянки? И сегодня, воскресенье, 1 января, а мы гуляем. Мы трезвы. Давай, фотка. Давай, фотка с ним. Иди, вставай, давай. Да. Чё, да. Всё, да? Вот он. Иди, тогда вот это внизу. Он его пиздец, он забор поменял. Он снимает. Ну, хорошо. Ой, блядь, как рад. Короче, мы в опасности. Ну, нет, у нас все хорошо. Мы идем на дискотеку. Мы сейчас идем. Мы еще никуда не идем, мы еще... Скользко. И пошла жара. А вот с тобой... What?
А, мы не фоткаемся. А это блогер. Отстань, нет. Ну почему дура-то, блядь? Не надо. Это блогер. Нет, нет. Здесь блогер. Здесь обычный человек. Обычный человек. Самый обычный. Добрый. Я хочу быть обычным человеком. Ну, он обычный, но самый-самый лучший. Между прочим, ставьте пальцы вверх, быстро блевает. Да-да-да, а то мы приедем. Она всех лично запорит вас. Thank you.
Другой старт! Поехали в другую сторону! Стой костерики! Ой, блядь. Thank you.
Всем привет. Сегодня у нас второе уже число, ребят. 2 января 2023 года. И на этом, наверное, я завершу свое праздничное новогоднее видео с подготовкой, с весельями, со встречей Нового года, с поздравлением для вас и так далее. Вчера шикарно погуляли, встретились, потусили. Надеюсь, вы посмотрели это видео. Сегодня у меня отдых, так скажем, перекур завтра. День рождения у кумы, у Юльки. Вот видите, я более-менее еще не такой отечный. Прихожу в себя. Вот, не сказал бы, что прям я много выпил, но это все равно употребил, скажем так. Ну вот. Делитесь вашими впечатлениями, делитесь вашими рассказами, как вы встречали это 2023 год. В комментариях обязательно ставьте ваши пальцы вверх. Ой, поздравления до сих пор принимаю, естественно. А ставьте колокольчики для уведомлений, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Ну, я с вами прощаюсь совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Увидимся совсем скоро. Пока. Всех еще раз с новым 2023 годом.